Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachariyam Yamuna Tira Vanachariyam Yamuna Tira Vanachariyam Hare Krishna, Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna.
Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Что вы хотите? Не, пусть стоит здесь уже. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Сегодня читаем восьмую песню Шримад Бхагаватам. Начинаем 22 главу, которая называется «Махараджа Бали вручает Господу свою жизнь». И краткое содержание этой главы таково. Господь, Верховная Личность, остался доволен поведением Махараджа Бали. Поэтому он отвел Бали планету Сутала и, одарив его благословениями, согласился стать его привратником. Махараджа Бали был необычайно правдив. Не сумев выполнить свое обещание, он очень испугался, ибо знал, что люди презирают тех, кто поступает нечестно. Благородный человек готов терпеть адские муки, но он очень боится опозорить себя нечестным поступком. Поэтому Махараджа Бали с великой радостью согласился понести наказание, которое ему определил Верховный Господь. В роду царя Бали было много асуров, враждовавших с Вишну, и благодаря этому достигших более высокой цели, чем многие йоги-мистики. Кроме того, царь хорошо помнил, с какой решимостью служил Господу его дед, Махараджа Прохлада. Вспомнив об этом, Махараджа Бали решил пожертвовать своей головой. Он предложил Вишну сделать свой третий шаг ему на голову. Царь Бали подумал и о том, что великие люди ради удовлетворения Верховной Личности Бога отказываются от семейных уз и материальной собственности. Более того, чтобы доставить удовольствие Господу и стать его личными слугами, они порой даже жертвуют жизнью. Поэтому Махараджа Бали решил последовать примеру ачарьев и преданных, видя в этом подлинный успех. Когда царь Бали, связанный путами Варуны, возносил молитвы Господу, к месту жертвоприношения пришел его дед, Махараджа Прохлада, и объяснил всем, как Верховный Господь спас царя, хитростью отобрав все его владения. В присутствии Махараджи Прохлады Господь Брахма и жена Бали
Виндхьявали прославили Верховного Господа. Они молили Господа освободить Махараджу Бали из-под стражи, ибо он отдал Господу все, что имел. Тогда Господь объяснил, какую опасность таит большое богатство для атеиста. Но то же самое богатство для преданного является благословением Господа. После этого Верховный Господь, довольный Махараджи Бали, оставил ему свой диск, чтобы он мог защищать себя, и пообещал, что всегда будет рядом с царем. Итак, первый текст 22 главы 8 песни Шримад-Бхагаватам. Шри Шука Увача Эвам Випракрито Раджан Эвам Випракрито Раджан Балир Бхагавата Сураха Балир Бхагавата Сураха Видьяманопи Абхинатма Видьяманопи Абхинатма Пратьяхави клавам вачаха Пратьяхави клавам вачаха Эвам випракрито раджан Балир Бхагавата сураха Видьяманопьябхинатма Пратья хави клавам вачаха. Желающие Пословный перевод. Шри Шука Увача, Шри Шукадева Госвами сказал, «Эвам, таким образом, как было описано ранее, випракритага, поставленный в трудное положение, раджан, о царь, Балихи, Махараджа Бали, Бхагавата, личностью Бога, Вамана Девой, Асураха, царь Асуров, Бидьяманаха, Апи, хотя и находящийся в трудном положении. Абхинна атма, лишенный всякого беспокойства в теле или в уме. Пратяха, ответил, авиклавам, не обеспокоенный. Вачаха, такую речь. Перевод. Его божественной милости Бхактивиданты с вами Шилы Прабхупады. Шукадева Госвами сказал, «О царь, хотя Верховный Господь, казалось бы, нечестно поступил с Махараджей Бали,
Тот ничуть не поколебался в своей решимости. Считая себя нарушителем обещания, царь Бали ответил Господу. Следующий текст, второй, комментария нет в первом. Шри Бали Рувача, Ядьютама Шлока Баван Мамеритам, Вачо Великам Сураварья Маньяте, Каром Яритам Танма, Таннабавит Праламбанам, Падам Тритиям Куруширшниме Ниджам. Литературный перевод и комментарий его божественной милости Бхактивиданты с вами Прабхупады. Махараджа Бали сказал: «О Всеблагой Господь, Верховная Личность, которому поклоняются все полубоги, если ты считаешь мое обещание лживым, я непременно все исправлю, чтобы исполнить его. Я не могу допустить, чтобы обещание мое оказалось ложью. Поэтому сделай третий шаг, поставив свою лотосную стопу мне на голову». Комментарий. Махараджа Бали разгадал замысел Господа Ваманадевы, который встал на защиту полубогов и явился к нему в образе нищего. Господь пришел обмануть его, но царь Бали с радостью сознавал, что Господь обманывает своего преданного, желая лишь прославить его. Бога не случайно называют Всеблагим. Обманывает он или вознаграждает, он всегда приносит благо. Вот почему Махараджа Бали называет его Утамашлокой. «О Господь, — сказал царь Бали, — тебя воспевают в самых изысканных стихах. Действуя в интересах полубогов, ты решил обмануть меня, принял для этого облик карлика и сказал, что тебе нужны всего три шага земли. Однако потом ты увеличился до таких размеров, что двумя шагами покрыл всю вселенную. Ты действовал ради блага своих преданных и потому не считал это обманом. Пусть будет так. Меня нельзя назвать преданным, но хотя ты, супруг богини процветания, ты пришел ко мне просить милостыню, и я должен сделать все возможное, чтобы исполнить твое желание. Не думай, пожалуйста, что я хотел тебя обмануть. Я непременно исполню свое обещание. У меня еще осталось мое тело, поэтому я, чтобы удовлетворить тебя, вручаю тебе свое тело. Сделай, пожалуйста, свой третий шаг, ступи мне на голову». У кого-то может возникнуть вопрос: Господь двумя шагами пересек всю вселенную, разве хватит для его третьего шага одной лишь головы Махараджи Бали? Но Махараджа Бали полагал, что обладатель богатств более значим, нежели сами богатства. Стало быть, хотя Господь забрал все его владения, головы Махараджи Бали, обладателя всех этих владений, будет вполне достаточно, чтобы Господь мог сделать третий свой шаг. Чекал по тарубища, крипа синдубевача, патитанам паванубевачнубева. Джай Шри Кришна, Чайтанья Прабу Нитянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гора Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Я выражаю свою благодарность преданным, которые пришли слушать меня, которые тоже слушают, но не здесь, и вообще всем преданным, и тем, кто позволил мне говорить с этого возвышенного места. Хари Кришна. Еще раз тексты. Шукадева Госвами сказал: «О царь, хотя Верховный Господь, казалось бы, нечестно поступил с Махараджей Бали, тот ничуть не поколебался в своей решимости. Считая себя нарушителем обещания, царь Бали ответил Господу. Махараджа Бали сказал:
О Всеблагой Господь, Верховная Личность, которому поклоняются все полубоги, если ты считаешь мое обещание лживым, я непременно все исправлю, чтобы исполнить его. Я не могу допустить, чтобы обещание мое оказалось ложью, поэтому сделай третий шаг, поставив свою лотосную стопу мне на голову. Мы видим, что в этих стихах указано очень много составляющих жизни преданного. В частности, здесь описывается кульминация предания Бали Махараджа. Кульминация, которая заключается в том, что когда Бали Махарадж понял, что у него больше всего нету, и при этом он не исполнил свое обещание Вамане дать ему милостыню, он отдал всего себя, вернее, свое тело. И фактически это подразумевается, что он отдал себя, он отдал просто даже с материальной точки зрения все, что у него было. Он отдал все, чем он владел, все мироздание, и он отдал себя, владельца, так называемого владельца этого мироздания. В этом была кульминация предания Бали Махараджа. И есть также другие факторы, которые, как бы сказать, украшают этот прекрасный, драгоценный камень предания, как ювелирное изделие, как драгоценный камень, который заключен еще в драгоценный металл, красиво оформленный. И это окружение этого драгоценного камня, во-первых, это качество Бали Махараджа. Несмотря на то, что он был демоном, он был правдивым. Правдивость его заключалась в том, что он держал свои обещания. У него было намерение исполнить то, что он обещал. И как только он решился полностью, без всяких колебаний, в первом стихе говорится, он был невозмутимым, без всяких колебаний, без всяких возмущений, несмотря на то, что его оставил его духовный учитель, несмотря на то, что он как бы остановил демонов, которые пошли против воли Господа, и он фактически без них остался, они ушли. Он остался без своего социума, без поддержки. И даже тот, ради кого он решился на этот обет, на эту милостыню, дят милостыню Вамане, даже он его, как сказать, пленил и сказал, обвинил его в том, что ты не сдержал слово, поэтому ты должен отправиться в ад. Он остался один. У него не осталось ни имущества, ни его поддержки, которая его окружала. И тот, ради кого он все это делал, тоже ему предъявил претензию. Ты не исполнил то, что обещал. Ты отправишься в ад. Что делать? Мы порой тоже преданные, иногда попадаем в трудные ситуации, в которых и там плохо, и здесь больно, и тебя никто не поддерживает, и еще что-то не так. И ты преданный начинает думать, что со мной Господь делает? Может, Господь отвернулся от меня? Бывает, я думаю, у каждого бывают такие ситуации в жизни. Но мы, нам Шрила Прабхупада и предыдущие ачарьи оставили такое наставление, что мы должны идти по стопам предыдущих ачарьев, следовать примеру преданных. Это имеется в виду следовать примеру великих махаджан, великих преданных прошлого. И в данном случае Бали Махарадж является таким преданным. Человек, который оказался в очень неприятной ситуации.
Это даже также подобно Арджуне, которому Господь давал наставление на поле битвы Курукшетра, когда его Кришна вывез между двух армий, чтобы он увидел, с кем ему придется сражаться. Он увидел на противоположной стороне всех, кто дороги ему, и он впал в депрессию. Говорит, как? Ради тех, ради кого я мог бы сражаться, мне придется сражаться против них. Как мне быть? И он даже не мог держать оружие в руках. Таково было состояние. Это лучший воин того времени, самый лучший воин. И Кришна дал ему наставление, в результате чего Арджуна сделал то, что должен был сделать, то, что нужно было сделать. Есть другой пример. Махараджа Юдхиштхира, который также после битвы на Курукшетре, он впал в уныние от того, что никого-то не осталось, все, кто дороги, погибли. И он задумался, а был ли смысл вот это вот ради этих смертей? 640 миллионов, более 640 миллионов воинов в этой битве погибли за 17 дней на поле битвы. Даже трудно представить, какие там реки крови текли, и кругом мясо было сплошное. И Юдхиштхира Махарадж после конца битвы, он задумался, а какой смысл? А ему говорят, теперь ты царь. Вот, да, царь прошелся по головам такого количества людей. И он опять же впал в такое нечто похожее на депрессию. И он Кришны спрашивает, какой смысл? Кришна говорит, да ничего страшного, прими это как есть. Юдхиштхира не мог это принять. И тогда Кришна привел его куда? Кто помнит? А? К Бхишме, да, к тому, против кого сражался Юдхиштхира и все пандавы. И он привел его и говорит, ну послушай его. И тогда Бхишма он стал рассказывать о том, что такое воля Господа. Что в конечном итоге то, что с тобой и с вами, с пандавами произошло, это произошло по воле Кришны. И также Бхишма там сказал, что один ключевой момент такой был, что на самом деле невозможно постичь намерение Господа. Как там сказано? Нет, сейчас вот конкретно сказано. Вот комментарий Шрила Прабхупада к этому стиху говорит, к сегодняшнему, что Махараджа Бали разгадал замысел Господа Ваманадевы. Но Бишмадева тогда сказал, одно из его ключевых моментов был его повествование, его убеждение в том, что невозможно разгадать замысел Господа. Что даже великие мыслители, философы не могут этого сделать. Такие великие преданные, как Брахма, Шива, этого не могут сделать. Что в конечном итоге нужно просто принять волю Господа. Признать волю Господа и принять ее, и исполнять. И мы видим, что вот в комментарии к сегодняшнему стиху Шрила Прабхупада он пишет, что Махараджа Бали разгадал замысел Господа Ваманадевы. В чем его разгадка была? В том, что он признал волю Господа. Господь сказал, ты обещал отдать. Отдавай. Хорошо, Господь, я не хочу быть неправдивым. Я хочу держать свои обеты, поэтому забери все, что у меня осталось, забери мое тело. И я вернусь к тому, что мы тоже попадаем в подобные ситуации. Мы тоже попадаем в подобные ситуации. И мы, на самом деле, в определенной степени мы подобны. Наш путь подобен пути Бали Махараджа. Мы тоже, многие из нас, в движении Хари Кришна, мы дали обеты. Повторять каждый день минимум 16 кругов до конца жизни.
каждый день минимум 16 кругов Хари Кришна мантры до конца жизни. Следовать четырем регулирующим принципам также всегда до конца жизни. Не употреблять в пищу мясо, рыбу, яйца. Не принимать одурманивающие средства. Не играть в азартные игры. Не допускать незаконных половых отношений в своей жизни. И как только мы попадаем в затруднительную ситуацию, которая будет нас провоцировать оставить свои обеты, трудно, не могу, не хочу и так далее и тому подобное, все может быть. Если мы возвращаем себя к тому, что я обещал, поэтому я буду следовать, вот это я буду делать, независимо от того, что со мной происходит, мы становимся подобными этому Бали Махараджу, который, несмотря на трудную ситуацию, он сказал, я сделаю, я обещал, я сделаю. Бери, бери то, что я обещал. И мы в этот же момент, когда мы делаем то, что мы обещали, мы как бы, как сказать, модно сейчас в некоторых кругах говорить, становимся в поток того, что мы исполняем волю Господа. В плане того, что мы, у нас есть возможность постичь этот замысел Господа через исполнение воли Господа. И это единственное истинное предназначение, которое есть у любого живого существа, быть слугой Верховной Личности Бога. И вы знаете, об этом я не буду много говорить, о том, что каждое живое существо по своей природе, как ни крути, что бы оно ни делало, все, вся деятельность живого существа направлена на то, чтобы кого-то удовлетворять. И в тот момент, когда мы делаем выбор, когда мы говорим себе, нет, я буду делать то, что обещал, мы делаем этот выбор, выбор в плане того, что я выбираю удовлетворять Верховную Личность Бога, Его чувства, Его желания. Если я делаю другой выбор, значит, я делаю выбор удовлетворять свои чувства, свои желания, связанные с телом. И как только мы делаем выбор, не удовлетворять Господа, а кого-то или себя, кого-то другого, мы сразу же становимся в положение подчиненного власти материальной природы, трех гун материальной природы. Но как только мы делаем выбор удовлетворять желание Господа, такое живое существо сразу же становится освобожденной личностью. Оно свободно от влияния трех гун материальной природы. И я слышал от духовного учителя, что свобода выбора на самом деле заключается только в выборе между этими двумя направлениями. И в другой момент, в одной из лекций Шрила Прабхупада говорит, что возвышенный преданный, он подобный выбор делает каждое мгновение. Я сейчас это время посвящаю и это действие посвящаю Кришне, или я использую его для своего чувственного наслаждения. Свобода выбора только в этом. И с одной стороны, Кришна говорит, невозможно разгадать замысел Господа. Но с другой стороны, на примере Бали Махараджи мы видим, что на самом деле, так, даже если теоретически принять, что не так-то уж все сложно, просто нужно что-то сделать, конкретные вещи. И произойдет все, как положено. Но с другой стороны, невозможно. И некоторые вайшнавы, они приводят пример невозможности разгадать замысла Господа. Пример ставят Балараму. Помните, история есть о том, когда Кришна захотел, чтобы его род породился с Арджуной. Он
решил, что неплохо было бы Субхадру выдать замуж за Арджуну. Но, допустим, у Баларамы уже было намерение Субхадру отдать в жены кому? Дурьотхане, да. И там как бы уже весь род уже был настроен на, так сказать, на веселье, на праздник в этом направлении. А Кришна не «я хочу, вот, чтобы быть ближе к Арджуне». И он, Арджуна говорит: «А как я смогу сделать это? Смотри, весь твой род не хочет, он хочет другого». Кришна говорит: «Да ладно, я тебе расскажу, что нужно делать. Тебе нужно прикинуться, переодеться саньяси и приходить к нам домой, к Субхадре, приходить к ним домой, и ты как садху, они будут тебя кормить, будут тебе оказывать почести, и благодаря тому, что вы будете близко, рядом, у вас будет привязанность, и ты ее спокойно заберешь». И так произошло. Арджуна, такой симпатичный, мускулистый, саньяси, переодетый в саньяси, стал приходить. Его там приветствовали многие члены, старшие члены рода, там Баларама, он благословлял Балараму там, на светлую духовную жизнь. Тот ему поклоны приносил. Потом он садился, Субхадра ему покушать накладывала, они там взглядами обменивались, и так зарождалась эта привязанность. В конечном итоге Арджуна просто, будучи переодетым в саньяси, посадил Субхадру в колесницу и уехал. И все были в шоке, ядавы. Что такое? На нашу сестру, члена нашего семьи выкрали. И еще кто? Арджуна. Убить немедленно, догнать, уничтожить. И они стали готовиться. Колесницы нагружают оружием в поход, вслед. И они уже собрались и решили: о, так, а что-то Кришна не собирается в догонялки играть. Ну-ка спросим, что он задумал. Баларама подходит к Кришне: ну что, Кришна, ты-то что? Не шевелишься. Кришна говорит: а зачем? Ну как? Арджуна похитил Субхадру. Это вообще никуда, ни в какие ворота не входит. Кришна говорит: ну так он тем, что он похитил ее и возьмет ее в жены, он нам окажет честь. Так, как? Так он мог бы попросить, зачем вот, как бы сказать, нарушать дхарму, притворяться саньяси для того, чтобы похитить. А Кришна говорит: ну как, зачем? А ты что, согласился бы, если бы он просто пришел, попросил? Нет. Ну вот он украл. Ну и там много было таких, как бы, как сказать, разговоров, где Кришна убеждал, что на самом деле это выгодно. И к чему я это рассказываю? То есть это иллюстрация к тому, что даже Господь Баларама, он не понимал замысла Кришны. Он готов был отправиться сражаться с Арджуной. Казалось бы, первая экспансия, которая исходит из Кришны, сам Господь, и он не знал замысла. Вот такие бывают у нас противоречия в нашем сознании Кришны. А Бали Махарадж, просто сказав: возьми, вот, на голову мою поставь третий шаг. И Шрила Прабхупада пишет, что это есть то, что Бали Махарадж понял замысел тем, что он приложил усилия исполнить волю Господа. Точно так же в нашей жизни, когда мы будем прикладывать усилия, чтобы хотя бы исполнить те обеты, которые мы дали, быть правдивыми в этом отношении, мы будем получать силу, мы будем получать чистоту, которая даст нам силу в конечном итоге прийти к Кришне и встретиться с Ним лицом к лицу. И не просто там как-то логически понять или извлечь урок из того, что Кришна делает во Вриндаване, если мы, конечно, стремимся во Вриндаван, а просто получить
именно вот это духовное удовольствие, духовный вкус, хотя бы просто от слушания об играх Господа Кришны. Например, мы слышали множество раз эту историю, как множество историй, как Кришна ворует масло во Вриндаване. Он забирается в дома разных пастухов, залазит в их кладовки, бьет горшки, ест масло, йогурт, раздается своим друзьям, обезьянам. И когда Кришна забирается в такие дома, он не просто мальчиков собирает, он обязательно берет мальчика, который живет в этом доме с собой. Почему? Кто может сказать? Нет. Потому что если присутствует при этом хозяин дома или житель этого дома, то это уже не воровство. Он тоже участвует. Правильно? Согласны? И у... У отца Кришны был старший брат, Упананда. Отца Кришны звали Нанда, а его старшего брата Упананда. У него была жена Прабхавати. И однажды она, у нее, как говорится, увервався терпеть, когда она поняла, что Кришна забирается в ее кладовую, бьет горшки, ест масло, раздает масло. Короче, молокопродуктов становится меньше. И она пришла к Яшоде и стала жаловаться. Говорит, да как же так? Я понимаю, мы с тобой родственники. Твой дом – это мой дом – это твой дом. То есть у нас как бы и по-родственному, по-дружески. У нас тут, можно сказать, все твое-мое, а мое-твое, если быть кратким. Но твой сын, он регулярно приходит, и почему-то у меня вот... портит масло, ест масло, продает масло. Могла бы ты что-то сделать, чтобы это прекратилось? Мать Яшода тоже говорит с негодованием таким, ну, конечно же, я вообще не понимаю, у меня кладовые наполнены маслом, йогуртом и прочими молокопродуктами, а Кришна почему-то к другим идет. Ты, когда его в следующий раз поймаешь, приводи ко мне за руку. Помню, когда мы шкодничали, нас за ухо ловили, да? Ну, мать Яшода говорит, за руку приводи его. И произошло, это произошло. Эта женщина Прабхавати, она однажды пришла на шум ночью в свою кладовую, и там эти детишки, обезьяны, все такие в рассыпную. Пришла, уходим, убегаем. А Кришна, он как завороженный, не смог убежать. И она его цап за руку. Ну все, пойдем к Яшоде, сейчас я тебе устрою. И она его за руку повела к Яшоде. Она пришла к Яшоде, поставила его рядом. Кришна, чтобы не видели его бесстыжие глаза, накрылся краем сари Прабхавати. И такой стоял, почти незаметный. И она говорит, вот ты просила, привела тебе твоего Кришну. И Яшода, о, давай его, сейчас я его отругаю. И она снимает край сари с его головы, и Яшода начинает смеяться. Говорит, так а что ты своего сына привела? Что за шутки, Прабхавати? Это же твой сын Канду. Зачем ты так шутишь? И это Прабхавати смотрит. Точно, мой сын. И она в замешательстве, она не знает, что делать. Ну, говорит, ну, прости, пойдем мы обратно. И она берет этого своего сынишку и отводит домой. Говорит, как же так? Скажи, когда тебя Кришна поменял? Когда ты... Я же вроде бы Кришну ловила. И тут Кришна раз и опять принял свой облик Кришны. Он
проявил свою мистическую силу, опять обманул. Мы видим, Кришна часто обманывает ради удовольствия своих преданных, ради того, чтобы проявить свои лилы, слушая о которых мы можем получать какие-то, поначалу, может быть, крохи вкуса духовного, но в конечном итоге мы можем обрести эту любовь. И Кришна говорит, ну, вы все знаете, что Кришна сказал. Кришна ей ответил, в следующий раз, когда ты меня отведешь к Яшоде, я превращусь твоим мужем, и все будут думать о тебе, как об этой сумасшедшей из Гокулы, что ты сумасшедшая. Ну, как бы, нагнал жути, хотя эта жуть, она как бы только удовольствие приносила и Прабхавати, и всем гопи, которые наверняка мечтали о том, чтобы Кришна пришел к ним и попробовал их масло, попробовал их йогурт. И он приходил со своим окружением, со своими друзьями и брал. И суть в чем? Суть в том, что нам нужно тоже принять волю Господа и следовать своим обетам, удовлетворять Господа. А если действительно логически хочется узнать, а каков же замысел Господа, что мне конкретно делать, можно спросить у духовного учителя или у старших преданных, которые рядом находятся, чтобы конкретно понять, что мне делать для того, чтобы Господь был доволен, и начать это делать или продолжить. Как говорится, каждый день новый для нас – это как новая жизнь, потому что когда мы спим, мы оскверняемся, в какой-то степени обнуляемся, поэтому каждый день нужно начинать с того, что мы служим Кришне, воспеваем святые имена Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рам, Рам, Харе Харе. Если вы не давали обеты воспевать каждый день 16 кругов, вы можете потренироваться в этом во время приближающегося месяца Картики, когда любой преданный может дать обещание следовать в этом месяце каким-то дополнительным видам служения. Например, если вы не считаете еще вообще на четках Хари Кришна мантру, вы можете дать обет повторять хотя бы один круг Хари Кришна мантры. И в этот месяц Картика делать это. Если вы повторяете уже несколько кругов, но не повторяете 16, дайте обет повторять 16 кругов хотя бы этот месяц. И сам вот этот процесс обещания, исследования, он даст чистоту, он даст силу. Это божественная аскеза, которая дает чистоту и силу, благодаря которой мы идем к Кришне, непосредственно к Кришне. Харе Кришна. Может, у кого-то вопросы, дополнения, протесты? Эта история удивительна тем, что якобы Кришна, вот он обманывает или хитрит в своем поведении? Что он делает? Вот, некоторые обвиняют его в том, что он обманывает. Обманул Бали Махараджа. Кто-то говорит, что он хитрит. Кто-то говорит, он проливает милость. Ну, таким образом. Что он делает? Как это понять? Я начну с того, что я прочитаю часть комментария. Шрила Прабхупада об этом говорит в комментарии. Да, с самого начала. Ну, это в начале комментария. Махараджа Бали разгадал замысел Господа Ваманадевы, который встал на защиту полубогов и явился к нему в образе нищего. Господь пришел обмануть его, но царь Бали
с радостью сознавал, что Господь обманывает своего преданного, желая лишь прославить его. Бога не случайно называют всеблагим. Обманывает он или вознаграждает, он всегда приносит благо. Мне кажется, конкретно отвечено на ваш вопрос. И, может быть, немножко добавлю от себя, что мы, когда обусловлены в этом материальном мире, мы все воспринимаем с точки зрения двойственности. Нравится, не нравится, приятно, неприятно, приму и отвергну. Поэтому у нас у каждого есть опыт, что когда обманывают, это больно. И когда мы обманываем, мы тоже кому-то боль можем принести. Поэтому у нас уже есть этот опыт, и мы с этой точки зрения воспринимаем также то, что связано с Господом. Да, он обманул, но этот обман он обратился благом. Например, простой пример приведу. Вот у нас штаб пищи жизни, и там плитка выложена, вот это, крыльцо еще не все облупилось от плитки кафельной. И там много улиток живет. И никогда сырая погода, влажная, они выползают, и они где-то ползут по своим целям, они ползают по крыльцу, ползают по этой плитке, ну, по тротуарной. И иногда можно идти, и не случайно наступить идешь, слышишь такой хрусь. О, Кришна! Вот. А когда ты более внимательный, ты идешь и видишь, она идет своим курсом к своей цели, где-то там покушать или что-то еще, я не знаю, или спастись от наводнения. Вот идет, ты берешь ее, чтобы не наступить, и перекладываешь куда-то в другое место. Казалось бы, ну ты человек, ты же этому живому существу неприятности устраиваешь, вот оно должно достичь цели, а ты не даешь. Но с другой стороны, ты благо приносишь тем, что никто не наступит. Потому что там не только один кто-то ходит, там много ходит. И не все они смотрят под ноги всегда. Так же и мы можем как бы думать, что я вот иду по пути истины, но я буду ошибаться. Но если я при этом искренне доверяю Кришне, в плане Кришна, ну да, я невежественен, но как Шрила Прабхупада, упоминали это, по-моему, вчера, да, Сиддхартха Прабху. Или позавчера, где Шрила Прабхупада молил: «Я марионетка в твоих руках, делаешь как со мной, что пожелаешь». Даже если мы осквернены, но у нас есть такое настроение, Кришна будет нас направлять, иногда нам будет больно, потому что мы по своему наитию думаем, я должен это получить. В своем преданном служении Кришна говорит, Кришна думает, не-не, вот тебе это не нужно, тебе вот нужно направо. И тогда мы думаем, ой, как неприятно. Ну, вот так. Если Бали Махарадж пытался следовать дхарме, иногда люди свое мнение, которое у них есть, они думают, что вот я прав, вот я правильно понимаю все и так, и иначе, и вроде делаю все правильно даже. Вроде как бы обещания у меня правильно. Ну, вроде все делаю правильно. А вот Кришна берет как-то так, и эту ситуацию поворачивает немножко в другом ракурсе. Он начинает хитрить. Вот, что должен тогда делать преданный, или как он может выйти из этого ситуации, потому что если он не поймет, как Бали Махарадж, а не осознает, что хочет Кришна, то, по сути дела, он останется в состоянии таком, что он как бы будет обусловлен своим мнением, своим пониманием, своим. И таким образом он обманет себя, обманет окружающих, будет обманывать, если будет особенно настаивать на этом. Ну, я так понимаю. И тогда вот, несмотря на это, что он должен сделать, чтобы вот выйти из этого вот обмана, то есть вот этого обусловленности, этой обмана, иллюзии? Для этого у нас есть руководство старших, в частности, в виде вайшнавского этикета. То есть у нас должна быть поддержка старших, кому мы доверяем. И когда мы попадаем в затруднительную ситуацию, не надеяться на свои домыслы, а спросить.
это самое быстрое. Самое небыстрое – это спросить у духовного учителя, сказать, я вот в такой жизненной ситуации, как мне действовать, чтобы это было правильно. То есть нужно принять это руководство, нужно решить в своей жизни, что я буду принимать подобное руководство. По-другому не получится. Пока мы не находимся в освобожденном состоянии, пока мы не находимся в том состоянии, когда мы получаем непосредственно знания от этой шутхасатвы, мы будем совершать ошибки, мы будем зависеть от своих чувств, которые будут нас толкать на неправильные поступки. Поэтому должно быть руководство, то, которое мы принимаем. Вот в этой истории у Бали Махараджа было руководство, да. Шукрачарья, да. Которого он отверг. Да. Вот иногда у нас может быть руководством, нашим руководством выступает наш ум, наша убежденность, наша вера в что-то, мои друзья, мое какое-то ложное представление об этом, мой начальник на работе. Ну, так или иначе, кто-то может быть моим руководством, но все-таки, как же тогда быть, вот, чтобы не запутаться в этих руководствах больших и множественных, как же тогда выйти из этой ситуации по-настоящему? Так, а я не вижу противоречия. Смотрите, когда мы приходим в общество преданных, если мы хотим, нам дают преданное служение, да? Кто-то в пуджарском департаменте, кто-то в кухон, кто-то в цветочном, кто-то в уборке, кто-то еще где-то. В любом случае есть тот, кто тебе даст это служение и скажет, как и что делать. Может быть, не как, но что делать. Вот. Иногда бывает такое служение, когда нам дают задание, нужно сделать это, а как это уже ты решаешь. Так это же эксплуатация, просто используют меня. Не-не, это мы, эксплуатация, это будет решать тот, кто не хочет служить Кришне, который еще не готов служить Кришне, он подумает, что это эксплуатация. Тот, кто хочет служить, он придет и скажет, что я могу сделать. Ему скажут, что делать. Если я запутался, не знаю, что дальше делать, я опять же прихожу к тому и спрашиваю, кто мне дал служение, и спрашиваю, вот я запутался, помоги, как делать. Если это другая ситуация, если это вне храма, ты там живешь где-то, у тебя пожизненная какая-то ситуация, да? Все равно есть какие-то преданные, старшие. То есть я упоминал, что есть вайшнавский этикет. Есть равные, с кем мы дружим. Есть старшие, от кого мы принимаем помощь. Есть младшие, которым мы помогаем в преданном служении. И когда... То есть это путь, который нельзя избежать. Нам нужно обратиться к старшему, кому мы доверяем, и спросить, как мне выбраться из этой ситуации, в которой я запутался. То есть это принципиально? Это принципиально. Если уж человек настолько запутался, что он не может принять кого-то старшим, ну прими хотя бы наставление того духовного учителя, которого ты уже принял. А если проблема даже с духовным учителем? Например? Ну, например, проблема. Вот у Бали Махараджа проблема. Если мы берем конкретно именно Бали Махараджа, с Бали Махараджем другая немножко ситуация, не такая, как с нами. Бали Махарадж непосредственно находился лицом к лицу с Кришной. И почему он нарушил, так сказать, наставление своего духовного учителя? Потому что он привлекся непосредственно самим Кришной. И отверг он своего гуру, потому что он был лже-гуру, который говорил ему, отвергни Вишну. Отвергни, он тебя все заберет. В этом плане Шукрачарья, он лже-гуру. И Бали Махарадж правильно сделал, что он его отверг. Потому что он был непосредственно привлечен Ваманадевой, его красотой, сиянием, его личностью, верховной личностью. Арджуна, Дроначарья и Бхишма, его тоже учителя. В чем вопрос? Ну, он стоит. Есть желание Кришны, и приходится противодействовать настроению или даже сражаться с ними. Да, поэтому... Или давайте наше время возьмем. Тоже есть прецедент. Есть, и они будут. Благодаря тому, что Кришна... Он не смог действовать,
Благодаря тому, что Арджуна не смог действовать, благодаря этому весь мир узнал о Бхагавад-гите. И то, что Арджуна не смог действовать, это была воля Кришны по-любому. Да, безусловно, каждый из нас попадает в такую ситуацию, как попал Арджуна. Я об этом в лекции упоминал. Он не мог даже оружие держать, стоять не мог. Он развалился. Что делать? И Кришна стал ему объяснять. Он стал ему давать то, чего ему как бы не хватало. Но не хватало ему почему? Потому что, опять же, Кришна это решил. И нам, простым преданным, так сказать, простым смертным, следует учиться вот в каждой сфере своей жизни принимать волю Кришны. Тот, кто меньше склонен принимать волю Кришны, ему останется думать, да, это моя карма, мне придется страдать от этого. Или просто, если еще ниже кто-то по своему уровню сознания, он будет говорить, вот этот виноват, и вот это виновата, потому что я страдаю. Тот, кто чуть повыше, он скажет, ну, такова моя карма, можно потерпеть, нужно потерпеть какое-то время. Неизвестно, сколько он сможет терпеть, конечно. А тот, кто повыше, он будет думать, о, такова воля Кришны. Ладно, пусть будут эти неприятности в моей жизни. Возможно, этим неприятностям научусь как ближе стать к Кришне, как более искуснее делать свое служение, как более бескорыстнее делать свое служение Кришне. Это зависит от уровня преданного. Все эти проблемы, они будут, прецеденты, как вы сказали, будут, у многих будут. Потому что, вы знаете, ученик в духовной жизни, их 4 вида бывает. Те, кто могут, самые лучшие, это те, которые наперед предугадывают волю духовного учителя или Кришны. Ему даже говорить об этом не нужно. Те, которые чуть пониже, они, едва услышав желание учителя или Кришны, они сразу же это делают. Третьему виду ученика нужно несколько раз говорить, что ему нужно делать, чему следовать, чему не следовать. Через какое-то время он поймет. А четвертый ему говоришь, говоришь, он вообще не воспринимает. Ну, бывают такие тоже, что поделаешь. Но в любом случае нужно принять это. С этого начинается путь преданного служения. Найти духовного учителя, получить от него посвящение и следовать его наставлениям. Без этого никуда. Я не знаю, ответил я на ваш вопрос или нет. Вы так с разных сторон к нему подходили. Ну да. Время у нас подошло к концу. Простите, что не всем дали возможность задать вопросы. Шримад Бхагаватам Грантарадж Ки, Шрила Прабхупада Ки, Бали Махарадж Ки, Вамана Дев Ки. Спасибо за внимание. Без вас бы ничего не получилось, если оно, конечно, получилось.